Москва. Доброе утро, товарищи. Сегодня 18 февраля, воскресенье. Всесоюзное радио продолжает свои передачи. Послушайте обзор событий минувшего дня и телеграммы, полученные редакцией сегодня. В Мурманске, Тамбове, Брянске и Орле проходили вчера областные партийные конференции.
Своей передачи. Слушайте обзор событий минувшего дня. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза направил ЦК Компартии Парагвая приветственное письмо в связи с 40-летием. Thank you.